Чувашии продолжается реализация государственной программы «Доступная среда». Социально значимые объекты адаптируются для маломобильных групп населения. Не стали исключением и учреждения культуры. ДК «Южный» одним из первых учреждений культуры оборудовали таким образом, чтобы посещать различные мероприятия было удобно и маломобильным жителям. Уникальная тактильная мнемосхема для слабовидящих позволяет свободно ориентироваться в помещении. Стрелкой с плюсом обозначается подъем лестницы вдоль пути следования. Верхняя и нижняя ступенька лестницы имеют тактильные накладки. Тактильные плитки на улице и внутри, оборудованные санузлы, индукционные петли, звуковые маяки, специальные дверные ручки и особая гордость Дворца культуры – подъемные платформы для инвалидных кресел. С ее помощью колясочники могут без проблем подняться по лестнице на нужный этаж. Если раньше практически инвалиды-колясочники нас не посещали, то сейчас они облюбовали это место и с удовольствием приходят и занимаются к нам по выходным дням. Стали приходить к нам и слабослышащие, ну, на такие интересные мероприятия, как фестивали, различные конкурсы. Фильмы мы начали показывать специальные, специализированные, так скажем, фильмы вот для инвалидов. В этом году список организаций культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями, пополнится. К столичным музеям и театрам присоединятся три библиотеки «Чебоксар» имени Маяковского, Сеспеля и Национальная библиотека, а также музей чувашской вышивки. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.